Здравствуйте, уважаемые подписчики этого канала. Сегодня интересная тема — сознание человека. Конечно, в каждой нашей теме что-то есть новое. Пространство изменяется не просто так, не само по себе. Каждый человек получил доступ к своим высшим, божественным, многомерным планам, которые ранее были доступны только мастерам и святым. Это жизненная сила, названная Еленой Павловной Блаватской «Протей». Свет, великий маг Протей, есть перворожденный. Это электричество, жизненный принцип анима мунди. Это эфир, восходящий к Акаше. На картинках, которые в фильме, вы можете увидеть горящих людей. Это показывает о том, что они уже получают энергию Протея, или свет великих магов, или перворожденный свет, или жизненный принцип анима мунди. Уменьшенный радиус протона облегчил общение с Протеем, живущим в центре атома, нашего атома, наших клеток. Началось глобальное пробуждение сознания. Подтверждение – это изменение планетарной сети Хартмана. До декабря 2012 года темная зона была 430 сантиметров, светлая – 230 сантиметров. То есть темная была в два раза больше. После января 2013 года ширина темных и светлых зон по 240 сантиметров. Темная зона до 2012 года отвечала за подавление работы мозга, жесткое магнитное поле, слепое пятно, умирающий тимус, связанная ДНК и прочее. Атомное ядро открыло клей электрической природы с иными правилами физики. Мы уже говорили в ранее фильмах, что стали открываться новые законы физики. Они являются сознанием. Как генеральный план соединения физики с духовностью, совершенное успокоение сознания. Квантовое событие не имеет временных рамок. Квантовое событие под названием «Большой взрыв» еще происходит. В результате глобального анализа автором доклада создана работа «Протей», трактат о жизненной силе, сознание и физиология человека в новых условиях. Вы знаете, если я вам скажу сейчас, что человек одновременно является голограммой космоса и одновременно является черной дырой и квазаром, вы сейчас мне скажете, что это бред, напишите опять бред и все такое подобное. Но вот сейчас мы прошли черную дыру, прошли самый тяжелый период. Это был декабрь 2012 года. Сейчас все становится светлее и светлее. Если вы выйдете на улицу, вы увидите, что пространство стало легче, легче. Другое дело, что мы находимся в состоянии трансформации, поэтому нам не до всяких каких-то глупостей, которыми мы раньше занимались по жизни. Мы больше находимся наедине с собой, больше хотим посмотреть что-то, узнать что-то. В конце концов, просто хотим спать. Это нормально, это все нормально. Просто больше себе доверяйте. Кто может себе позволить глубокую медитацию, входите в нее. Кто не может позволить, просто находите уединение с природой. Даже если вы в квартире, вы можете мысленно представить, что вы на природе, этого будет достаточно. Удачи всем! Все происходит внутри ваших клеток. Удачи!